Солнцев пожаловался на грубость и угрозы со стороны Пугачевой. «Вам обязательно будет плохо». Шоумен утверждает, что Примадонна звонит ему и отправляет голосовые сообщения с матом и злыми пожеланиями. Однако некоторые считают, что эпатажный актер решил попиариться на Алле Борисовне. После отъезда в Израиль исполнительница хита «Миллион алых роз» залегла на дно и старается не напоминать о себе. Раньше Алла Борисовна с удовольствием раздавала интервью и позировала для фотографов, но теперь все изменилось, она предпочитает уединенный образ жизни, посвящая время семье и детям. Тем сильнее удивился 43-летний Гоген Солнцев, получив от Примадонны неожиданную весточку накануне. Шоумену стали звонить с неизвестного номера, трубку он не взял. После этого Солнцеву написали от имени Пугачевой, а затем и прислали голосовое сообщение. Человек, выдающий себя за супругу Максима Галкина, решением Минюста РФ признан иностранным агентом, стал угрожать собеседнику и ругаться матом. «Пошел я, сказала, больше никогда не звоните, я вас очень прошу, вы, такой нахал, и вам обязательно будет плохо в скором времени», произносит неизвестный, представляющийся Пугачевой.